Ой, здравствуйте, друзья! Хоть сегодня и суббота, но нас намело. Нас намело целую кучу всего. Но буду сейчас, надо почистить, не почистить ботиночки кремом, а больше намазать. Поскольку у нас тут намело, все намело, намело, мокро. Хотя, наверное, нет, совсем так мокро. Сейчас я посмотрю, у меня тут. У меня тут надо выйти. Вот висит сосуля. Висит сосулька, значит, на улице морозно. Вот уже почистили дороги. Наверное, всю ночь чистили. Привлекали армию. Посмотрим. В общем, иду. Надо начистить. Сверху накрыть ботиночки. Все-таки кремом. Да. Ну, сейчас надо еще открыть его. Так просто не открывается. Не знаю, открыла еле-еле-еле. Сейчас вот намажу. Сейчас намажу. Ботинки свои. Здесь вот впереди. Впереди кремом надо намазать. Сзади у меня будут брюки, а там ничего. Тут вот впереди надо намазать. Все, кремом. Не так все просто еще. Все по старинке. Мажем. Что делать надо? Других каких-то вещей нету. Так, все. Смазала, сейчас опять закрою. Так тяжело закрывается и открывается. Ну что, все, одеваюсь, иду. Надо будет вынести мусор. Надо будет вынести мусор и кое-что купить в магазине. Я уже показывала, поеду в Walmart, наш магазин. Так что вот так. Вроде не идет снег. Что поеду. Поеду. Все. До встречи. Так, перед тем, как выйти, я одеваю вот такие на колени. Я привезла с собой шерстяные, такие хорошенькие, теплые. Ну да, страховка колени немножечко так травмирована, поэтому одеваю обязательно и тепло. И как-то так теплее даже. Все, одеваюсь. Иду в магазин. А то у нас все равно сохраняется опасность новых снегов. Выпадения. Посмотрим. Все, пошла. Итак, была в магазине. Что я взяла? Что я взяла? Я взяла яйцо. Это я беру белое. Нормально. Здесь вот у меня здесь селедочка. Как я ее делала, там в одном соусе, там и лучок, и морковочка у меня есть на канале, можно посмотреть. Сейчас я пока на балкончик лучше отправлю. Так. Теперь надо открыть мою сумку. Это я ее так вот через плечо вот беру, когда надо немного взять. Вот вафли такие, сыр
Это я беру вот такую сметану. 20%. Вкусная она. Беру вот такой кефир, который привозят из Камрата. Это такое место, Гагаузия у нас. Тут творог, кефир очень хороший. Он, в общем, натуральный такой. Так, из этой же фирмы я взяла такой творог. Хороший творог тоже. Да, я знаю, что я забыла. Цапа-расцапа. Так, свекла вот такая. Подкладываю, я забыла. Лук. Очень белый лук. Морковка. Ну, морковка нужна. А я забыла рыбу консервированную в этом. Ну, ладно. Значит, так. Все. Все мои покупочки вот такие. Ну, и все. Это, наверное, сегодня. Я потом еще попозже сделаю вот там батный такой вот заливочку. Лучок, селедочку. Все это сделаю, и все будет хорошо. Да, вкусная селедочка. Посмотрите, на канале есть у меня такая селедочка. С морковочкой, со всеми, да. Очень вкусная, очень. Мне нравится, все ими делаю.